Итак, народ, всем привет! У нас концовочка. Я приплыл с этого места. Так, для крафта, наверное, надо будет чё? Надо будет вот это вот 4 штучки, наверное. Не знаю, это. У циклопа еще должен быть щит. То есть у него взять щит для верха самого. Так, где он тут? А ёпперный. Здесь. Две ячейки. Такие, наверное, да? Две вот эти вот ячейки. Потом щит взять. Где он? Далее щит, короче. Потом, что еще надо? Помню, зеленые баночки. Вот они. Раз, два, три. Я не знаю, сколько надо. Сейчас проверим. Так. Вроде так. И куда-то их опять дел, блин. Крафт. Куда-то я их опять дел. Вот они. Вот штуки. Так, ну все, проверим. Пошли проверять. Если что не сделаем. Если что останется. Какая вот у меня мини-база. А, я еще аквариум не сделал. Ё-моё, надо будет. Я сразу не улечу, походу. Надо еще аквариум сделать. Растягу получить. Так, вот я только это построил. Что тут у нас? Надо еще кианит 4 штуки, понятно. Кианит 4 штучки, поплыли. Подлодка моя. Сейчас по-бырому возьмем. Аквариум надо построить, это стекло вроде, да? Сейчас посмотрю сразу. Дополнительный. Так, кианит. Раз, два, три, четыре. Запасом возьмем. Потом еще посмотрю, как аквариум сделать. Так, подожди, не здесь он, вот здесь вот смотрю. Так, внутреннее помещение. 5 стекол, 2 титана. Так, 5 стекол. Раз, два, три, четыре, пять. 2 титана. Доставь. Так, 2 титана. Это аквариум посередине. Этой ставится. Посмотрим. Опа. Посредине комнаты вон то еще сделаю. Хотя нереально будет, да? Айо, тормози. Здесь он не поставится, да? И там тоже. Люк тогда сделать. Ладно. Забираем. Берем один. Как там его? Один, 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 один. Литий, золото, кварц. Вот. Один кварц. Делаем люк. В том месте. Ставим туда. Так, где он? Опа. Вот, допустим. А, блин. А, тут это фигня. Ну-ка, влезет, не? Где он там? Внутри. А не, нихера, надо его на всю эту. Да, шо ж такое-то? Какого хрена? Ладно. Пошли построим ракету. Где она? Моя ракета. Ночью прям. Пошло, поехал. Так, место есть? Что-то забрать. Нет, нету места. Придется новую делать. Комнату. Для новой комнаты надо
Надо 6 титана. И 6 титана. 6 титана. Запарили плеваться. Жух. А, 6 титана. О, кстати, да, что у меня тут? 2 титана. 3 титана. 6 титана. Сделал. Привинтить вот к этому. О. А, блин. А не туда. Сюда. Тут люк, кстати. А что, с люком можно? Да ладно, прикольно. А я не знал. Как можно. Теперь туда попасть бы еще. Давай титана. Пока залезем. Далековато я тут закрутил. То есть надо наверх. Потом аквариум тоже не хватит, да? Два титана надо. Где упрочнение корпуса? В каких местах? Нету. Раз, два, три. Здесь. Спер отсюда. Да. Аквариум. Аквариум, кстати, с люком должен быть, я так понял. Аквариум должен быть с люком. Так, титан кварц. Теперь взять еще один люк. Выдрать. Вот этот тренер забрать. Раз, два. Кварц. Да, у меня тут все на базе. Все там. Давай сделаем. Доделаем все-таки. Все. Так, сделали. Теперь пойдем крафтить. Финалочку. Наверное, сколько там? Верхушка. Лифт у меня уже есть. Верхушки нет. Микросхема. Так все есть. То есть тупо микросхема. Понятно. Микросхема, то сейчас по-бурому сделаем. Так, что у нас? Разобрать можно. Раз схемы нет, да? Еле попили. Так, микросхема. Где же вы? Топут. Микросхема. Три штуки. Назад. Блин, я этого яйцо не взял. Я даже помню, где я его положил. Вот здесь вот. Вот это яйцо существа. Их потом можно в аквариум, оказывается, выращивать. Сейчас я его положу, пока он тут тусует. Фига я тут какие, блин, непонятки сделал. Вообще. Как-то жить там будет. Э, вот он. В аквариуме живет, короче. Так. Погнали дальше выходить. Заблудился нафиг просто. Базу перестраивать надо прям. И последний штрих, как говорится.
У меня хоть запись есть, а стоит сюда. Последний штрих это вот это. Кабина. Это все лишнее, оказывается. Ладно, я же хомяк. Короче, построили, да? Давай-ка тогда сделаем. Раз у нас игра лицензионная, можно засунуть. Что там, 6 штук, что ли? Планочек разных. Ой. Готово. Я не сюда, вот сюда. Либо готовая ракета. И... Так, что мы в капсулу? Капсулу надо сделать. Допустим, две вот этих. Эрогель там. Все фигня. Кианит засунем туда. Можно играть. Вот, давай ячейку возьмем. Вот будет мега подарком тогда. Тут уже пусто. О. Ионную ячейку возьмем. Классно как. Что у него будет? Ионная ячейка. Потом вот этих два штуки. Баночка. Кстати, каждый по баночке давай тогда. То есть бензол. Селитра. И у нас самый дорогой кианит. Еще что есть? А еще другой есть. Еще рубинчики есть, давай. Рубинчик. Вот эту фигню одну. И все, наверное, да? Так, ну а теперь... Погнали тогда. Сначала на базу. Проверим на нашего жителя. И он как. Жителью. Говорим, я там живой, не живой. Живет там. А живой там он. Угнали. Кормите его надо. Ошибись. Ладно, дождемся, пока он вылупится.